Битлз возвращается на большой экран, выходит новый фильм о легендарной группе. Бывшие участники Ливерпульской четверки приехали на премьеру в Лондон. Пол Маккартни прошел по красной дорожке в том же самом костюме, в котором был на премьере фильма «Вечер трудного дня» в 1964 году. Ринго Стар посетовал, что не знал об этом, а то сам бы тоже пришел в старом костюме, он до сих пор его хранит. Новый фильм называется «Битлз. 8 дней в неделю года в турне». И сами музыканты до премьеры его не видели. Здесь круто, у всех хорошее настроение. Сейчас мы посмотрим то, что никогда не видели, и то, что вы увидите позже. Но мы чуть-чуть видели, утверждали кадры. Нам это понравилось. Да, нам действительно это понравилось. Хотя нужно сказать, что я не видел весь фильм целиком, тем более на большом экране. Поэтому пока больше ничего сказать не могу. На премьеру приехала и вдова Джона Леннона, Йоко Оно. В последнее время она плохо себя чувствует, но решила, что не может пропустить такое событие. Фильм, в котором можно будет увидеть редкий кадр с концертов Битлз, выходит в прокат в Великобритании и США сегодня. No, I couldn't tell you. Hello, my name is Paul McCartney. This is Ringo Starr. This is John Lennon. I'm George Harrison. The Beatles. In one meteoric year, they've led the way from the... Everybody, how do you do?